Какое ваше любимое место в Киеве? Моя квартира. Мой дом, точнее. Есть ли у вас прозвище? Есть. Какое? Буся. Что может вывести вас из себя? Человеческий идиотизм. Ваш кумир детства? Не создавать себе кумиров. Ваша самая бесполезная покупка? 3 раза 7 айфон. В каком из существующих фильмов вы бы хотели сняться? Из существующих? Ну, 9,5 недель. Какой фильм каждый раз заставляет вас плакать? Плакать. Незнакома мне эта эмоция, плакать. Первое, о чем вы подумали утром? Что нужно сделать одну практику, которая отколадывает третий день. Вы духовно. Сделали? Нет, я ее отложила на вечер. Она сосет из меня энергию, я ее каждый раз откладываю. Как бы называлась книга о вас? This crazy girl. На что вам не хватает смелости? Написать одному человеку сообщение. Ваше коронное блюдо. А кровавая Мэри. Какой суперсилой вы бы хотели обладать? Суперсила. Сразу так много хочется. Я бы хотела перемещаться в пространстве. Ну вот прям, вот чтобы в Москву лететь не 6 часов. А 2 минуты. Например. Какой запах ассоциируется у вас с детством? Запах соленых помидор. А вообще гречневого супа, точно. Каждый раз, когда няня варит детям гречневый суп, я говорю, это же запах бабушки Мили. Моей прабабушки. Ваш любимый праздник? Новый год. Как бы вы провели 25-й час в сутках? Читала. Что является для вас лучшим подарком? Бриллиант. Какую страну вы мечтаете посетить? Ой, я хочу на Мальдивы. Прям завтра. Можно? В один конец. Какой самый ценный совет вам давали в жизни? Ценный совет в жизни. Моя проблема в том, что я не слушаю советы. Из последнего такого правильного начинай общение так, чтобы тебе были должны.